Ми можемо бути абсолютно впевнені у тому, що з Придністров'я на Україну не буде відкрито другий фронт. Виживший з ума Путін, можливо, постарається дати приказ, щоб ці оперативна група російських військ атакувала в спину з території Молдови, України. Це давно вже не російський форпост. Это гнойник, такой вонючий, провинциальный, где люди сделали миллиарды долларов на контрабанде. Россия терпит поражение, контрабандистам придется закрыть лавочку. И Россия имела возможность беспрепятственно технику боевую перемещать, оружие через территорию Украины. В Приднестровье? Да. То есть мы допомагали? Нет, вы на это закрывали глаза. Нам усім потрібна перемога над фашистским режимом Путина. Главная гарантия безопасности для Республики Молдова – это военное поражение путинского режима. А нейтралитет нас защищает? Я говорю, да, приблизительно как молитва. Всім доброго дня! Європейська правда знову розповідає про Молдову. Це наш сусід. Це місце, де є дуже сильна російська агентура, де є окуповані території. Що буде з Молдовою? Чи підтримує ця держава нас у війні з росіянами? Чи ми не матимемо проблеми на нашому західному кордоні? Про це ми будемо говорити із, по суті, українцем. І молдаваном одночасно. У вас представник правлячої партії Санду ПАС, тобто депутат парламенту Молдову і друг України. Добрий день, дякую вам. Я насправді народився в Україні, це було давно, в 48-му році. Село було молдавське, і я пішов до школи, і в школі вивчив українську мову. Насправді вивчив, тому що в сільській бібліотеці були книжки і на українській мові. Я пам'ятаю, в 9 класі в мене був підручник хімії, я навчався в молдавській школі, а підручник хімії був на українській мові. І мені було все одно, але ви ж розумієте, що пройшов час, українська мова трохи змінилася, в мене є проблеми зі спілкуванням. Практики тобто немає. Я з задоволенням читаю, стежу, дивлюся на те, що трапиться в Україні, без деяких проблем, але вибачте. Можемо переходити на російську, щоб вам було зручніше. Так, я сподіваюся, що мене зрозуміють і російською теж. Да, і перепрошую, звичайно, тих, кому зручніше говорити українською, але іноді доводиться робити так, щоб принаймні і нашому співрозмовнику було зручно. Тому будемо змішувати дві мови, але я, звичайно, буду говорити українською. Так. Тому що ми будемо говорити про Україну, але також Україну та Молдову. І звичайно, під час війни головне запитання, ми зараз розуміємо один одного, не ви з вами, а Україна і Молдова. Є такий критерій, хто підтримує Україну. Це демократичні країни. От громадяни Молдови, які обрали Майю Санду, які обрали партію «Дійства і солідарність», вони, безусловно, підтримують Україну і осуждають російського агресора. Друге діло, що, к сожалению, молдавське общество на протяжении десятилетий находилась в том числе под влиянием российской пропаганды. У нас в значительной степени не решена проблема интеграции, языковой интеграции меньшинств. Этот сегмент населения, он кормился этими клише из русской пропаганды. И сейчас пятая колонна пытается эксплуатировать это наличие такого сегмента. Мы с вами сидим в здании парламента. И через окно иногда доносятся вопли вот перед парламентом и президентуром. Там якобы акции протеста. А реально? А реально это люди пришли на работу. То есть, кажется, в Украине появился этот термин «титушки». Здесь люди приходят четко по спискам. Ночь в палатке стоит столько-то. День просидеть на площади и скандировать «Жос Майя Санду» столько-то. «Жос Майя Санду! Жос Майя Санду! Жос Майя Санду! Жос Майя Санду! Жос Майя Санду! Это, скажем так, черта нашей юної демократії. Я маю все-таки перейти до того, що змінилося між нашими державами під час повномасштабного вторгнення, після 24 лютого 2022 року, але зараз я
почну з тієї теми, яка найбільш непокоїть наших глядачів. Це, безумовно, Придністров'я. Ми можемо бути абсолютно впевнені у тому, що з Придністров'я на Україну не буде відкрито другий фронт? Термін абсолютно, це, мабуть, в математиці його можна використовувати, але не для політичних процесів. Я вспоминаю 2014 год. Уже тогда был проект «Новороссия». Да? Уже тогда у нас на юге Республики Молдова был запущен проект так называемой Республики Буджак, в который должны были войти и села из Одесской области, населенные преимущественно этническими гагаузами, с выходом на Приднестровье. То есть тогда хотели развалить одночасно и Молдову, и Украину? Так, так, да. И 2 февраля 2014 года на юге был организован псевдореферендум. Ну, это все было. То есть мы... путинский режим использует одни и те же инструменты, в том числе псевдореферендум. Поэтому это ничего нового. В Приднестровье их было штук 6. И тогда для нас стало понятным, что Молдова тоже находится под угрозой. И бывший директор СБУ. Пан Грицак в своем интервью сказал, что для успеха этой так называемой республики принципиально было важно для России разрушить мост через лиман у Затоки. Я его цитирую. Да? И когда началась вот эта открытая агрессия 24 февраля, я как человек, который помнит, что было в 2014 году, стал следить за тем, что происходит вокруг Одессы. И в этой ситуации, да, и разрушенный мост был разрушен, было для нас очевидно, что возможен готовится десант через Южную Бессарабию с выходом на Молдову и на левый берег Днестра. Но здесь я сделаю небольшую ремарку. Конечно, в 92-м году люди на левом берегу Днестра, будучи глубоко советскими людьми, были глубоко поражены феноменом румынофобии. Они, понятие гибридной войны мы тогда не знали, но уже эти элементы были совершенно очевидны. Московская пропаганда пугала их, что Молдова уходит в Румынию, что был слоган такой «Моя республика меня защитит». И, конечно, бывшая 14-я армия раздавали оружие, отряды территориальной самообороны, ничего нового. Но тогда действительно жители левого берега Днестра были консолидированы этой паникой. И чем и воспользовался Кремль, не говоря уже про наши ошибки. Но с тех пор прошло 30 лет. И так называемый Приднестровский конфликт, он превратился в бизнес. Потому что Россия спонсирует левый берег, поставляя им газ, за который они «Газпрому» не перечисляют ни копейки, ни цента. Для местного населения и экономических агентов тарифы на потребляемый газ там в 10 и больше раз меньше, чем на правом берегу. И деньги, которые собираются, с одной стороны, аккумулируются на отдельном счету, который спонсирует этот анклав, а с другой стороны уходит в офшорки. Ну, ничего нового. Бизнес? Да, бизнес. Вадим Красносельский, це громадянин України, і це громадянство він отримав після анексії Криму. Вадим Красносельський – це фактичний лідер Придністров'я. Так називаємий лідер, який маріонетка того ж шерифа, який, ну, шериф – це компанія, створена в 93-м году. Потом бізнес на Придністров'я. І Левий берег іронічно іноді називає Республіка Шериф по причині того, що вони отримали тотальну монополію на все і на вся. Но в первую очередь это относилось к контрабанде. Вадим Красносельский – это послушная марионетка того же шерифа, но который вынужден кокетничать из России. Повернуться до загрозы. Реально, есть возможность того, есть шанс того, что российские войска, которые стоят у Приднестровья, начнут атаковать Украину? Шанс этот может реализоваться только если действительно преступный режим Путина попытается фронтально атаковать Одессу, и тогда выживший из ума Путин, возможно, постарается отдать приказ, чтобы
эти, оперативная группа российских войск атаковала в спину с территории Молдовы, Украины. Одночасно, ты с моря? Ну, я не стратег, но, скорее всего, так. Да, но здесь я хочу уточнить два фундаментальных момента. В 1993 году Украина и Россия подписали договор о военно-техническом сотрудничестве, соглашение. Да? И Россия имела возможность беспрепятственно реализовывать ротацию кадров, технику боевую, перемещать оружие через территорию Украины. В Приднестровье? Да. Тобто мы допомагали? Нет, вы на это закрывали глаза. А в мае 2015 года, после того, как пан Порошенко стал президентом, это соглашение было расторгнуто между Украиной и Россией. И у России возникли проблемы с ротацией кадров, в первую очередь, потому что остается только Кишиневский аэропорт. И в этой ситуации по какому пути пошли? Стали набирать в эту оперативную группу российских войск жителей Левого берега, которые там же родились. Многие из них ни разу даже не были в той же России, но имеют российские паспорта. И эти люди от безнадеги, что работы нет, депрессивный регион, пошли туда служить. Но это все было хорошо, в кавычках, до 24 февраля. После 24 февраля мне рассказывали про конкретные случаи, когда люди расторгали эти договора и удирали на правый берег. И я сейчас могу вам сказать со всей ответственностью, что на левом берегу нет желающих воевать ни с Украиной, ни с Молдовой. И так называемые лидеры этого режима тихо лежат на дне и тихо булькают, чтобы их не трогали. Они не хотят войны. Но я повторяю, речь не идет о них, речь идет о путинском режиме. И если, не дай бог, путинский режим попытается атаковать Одессу. Вот эту ситуацию, это риски, возможно, станут реальными. Но пока что идет, это, я повторяю, это деградировавший регион, бизнес, особого военного потенциала с каким-то там оружием там тоже нет. И поэтому, скажем так, второй момент, о котором хотел бы сказать, вот все те компоненты – гражданство, бизнес, межличностные связи, родственные связи. Кажется, наш премьер-министр тоже рождена на левом берегу Днестра, да, и так далее. Они, когда мы говорим о решении конфликта, да, то я всегда говорил и говорю сейчас, что главная гарантия безопасности для Республики Молдова – это военное поражение путинского режима. И это же поражение путинского режима является гарантией мирного решения Приднестровского конфликта. Потому что здесь не нужны голливудские сценарии, когда все настолько вот так сращено. Здесь в партнерстве с Украиной, с нашими друзьями с Евросоюза, можно организовать спокойный демонтаж этого режима, силовой компоненты в первую очередь, чтобы военное присутствие там ликвидировать, и интегрировать левый берег, который и сопротивляться-то не будет, потому что люди давно устали от этого беспредела, от этой депрессивной зоны, в которой они вынуждены находиться. Я зараз обов'язково поставлю також інші питання по Придністров'ю, які вас цікавлять, але нагадаю, на наш канал варто підписатися, звичайно, лайкнути це відео для того, щоб його побачило більше людей. І питайте у коментарях, що ви ще хочете дізнатися про Молдову, тому що це далеко не останнє відео. Ми будемо враховувати ваші побажання. А тепер я повернуся до питання військової спроможності. Ви кажете, що вона невелика, але у них все-таки є техніка, у них є гради. Тобто, що є у Придністров'ї для того, щоб в разі чого Україні зробити боляче або неприємно? Чи у них воно не працює? Ну, я опять вернусь к тому, что даже если смотреть на линию фронта между Россией и Украиной, то все сколько-нибудь серьезные эксперты говорят о том, что украинские воины, у них есть мотивация, они защищают свою страну, а у россиян этой мотивации нет. А у приднестровцев? У приднестровцев нет в квадрате этой мотивации. Поэтому, когда мы говорим формально, что там в селе Владимировка есть 17 танков Т-64 с советских времен, или там вот эти системы ГРАД, которые были собраны на левом берегу,
Я не думаю, что это серьезно. Повторяю, если, скорее всего, эта так называемая армия, оперативная группа разбежится, если в случае чего. Это мое личное мнение. Не можу не перепитати про те, чому Молдова все-таки не вирішує питання Придністров'я силою. Тому що зараз, після 24 лютого, нібито з'явилася для цього історична можливість. Чи розглядає можливість Молдова те, щоб запросити Україну чи іншим чином військовим шляхом вирішити Придністров'я? Ні. А чому? Во-первых, в качестве человека, которого считают экспертом по проблеме Придністров'я, могу сказать такую печальную, но реальную цифру. В молдавском обществе забыли про так называемый Приднестровский конфликт. Проблема Приднестровья на самом распоследнем месте, когда людей спрашивают, как вы считаете, что является главным. Пенсии, зарплаты. Люди свыклись с тем, что... И, соответственно, в условиях войны сейчас, я повторю то, что сказал, военное поражение путинского режима – это и гарантия безопасности для Молдовы. Потому что, как меня спросили в одной передаче телевизионной, а нейтралитет нас защищает? Я говорю, да, приблизительно как молитва. Да, наш нейтралитет. Потому что Россия с самого начала нарушает наш нейтралитет, незаконно оккупируя части территории Республики Молдова. И в этой ситуации говорю, что мы не рассматриваем вариант силового решения до тех пор, пока мы видим, что украинская армия не только героически сопротивляется, но и шаг за шагом выметает оккупантов со своей территории. Яким ви бачите можливість вирішення після того, як Україна переможе? Україна, до речі, переможе? Так. Ви впевнені? Так. Я вважаю, що одним із наслідків перемоги України має бути і політичний крах режиму Путіна внутрі Росії. Потому что в отличие от Германии после Второй мировой войны, Германия прошла через процесс денацификации. А Россия путинская не прошла через процесс деимпериализации. И российское общество больно великорусским шовинизмом. Когда я сейчас вижу в интернете эти очереди из мужиков, которые удирают из России, я прекрасно понимаю, что если бы Путин удался его первоначальный сценарий, чтобы Украина сдалась бы на милость победителя за первые 2-3 дня, эти, которые удирают сейчас, они бы аплодировали в шовинистическом угаре перед экраном телевизора, что наша, да, безопасность мира, возврат к нормам ООН и так далее, это только политическое поражение путинского режима внутри России. Россия не станет демократической страной, типа там Южная Корея, Северная Корея. Но, по крайней мере, Россия должна пройти через поражение для того, чтобы осознать преступность своего менталитета. А как это можно сделать, когда нет ядерного оружия? Есть достаточно жесткие и четкие заявления представителей Соединенных Штатов о том, что подготовлен сценарий ответа в случае, если Россия, не дай бог, попробует действительно применить тактическое ядерное оружие. А вы уважаете это реально? Я не уважаю это неможливым, на жаль. Я вважаю це реальним. Мені, ну, чесно ну, кажучи. Я сказав те ж саме, тільки немножко більш обтікаємої форми. Я, мабуть, єдиний, який пам'ятає, що 2 июня 2020 року Путін підписав указ номер 345 о державній політиці ядерного здержування. Це було після анексії Криму. И это совершенно очевидно, что Путин осознанно сделал такой шаг, рассчитывая на ядерный шантаж, на то, что Запад дрогнет, прогнется и не будет останавливать его в своей экспансионистской политике. Я здесь могу только сказать, обратить внимание на следующие моменты. 15 декабря прошлого года Министерство иностранных дел России, то, что когда-то было министерством, это фактически министерство пропаганды,
я всегда Лаврова называю Геббельсом, да, они выдвинули два сумасшедших ультиматума применительно к НАТО и Соединенным Штатам вернуться к 1997 году. И 4 февраля некто Путин поехал в Пекин на открытие Олимпийских игр, и было подписано совместное заявление. И это для меня говорит о следующем, что в воспаленном мозгу Путина Украина должна была стать всего лишь ступенькой на пути к глобальному переустройству мира, где Соединенные Штаты будут опущенными, а Путин, Китай и другие страны будут делить мир между собой. Но насколько я понимаю, то, что произошло после 24 февраля, оно говорит о том, что Китай отдалился однозначно от путинского режима и путинской политики. И если Путин раньше в своем, ну, возможно, его Китай иронически наблюдал за его, так сказать, историей болезни. За его историей болезни, да. Но сейчас Китай ощутимо отодвигается от путинской политики, от путинского режима. И в этой ситуации Путину ничего не остается из его грандоманических планов. Глобальное переустройство без Китая и Индии невозможно. А уже мы видели, что сказал индийский лидер Путину и что заявил китайский лидер перед саммитом в Шанхае, находясь в Казахстане. То есть та картина мира, которую, те сценарии, которые появились в откровенно больном мозгу Путина, они вошли в разительный конфликт с реальностью. И когда-то это должно сработать. И да, я, в общем-то, понимаю, что риск применения ядерного оружия, он реален и он возрос. Но в то же время мы видим, что и в самой России возникли разного рода конфликтные ситуации, когда некто Рамзан Кадыров позволяет себе открыто критиковать начальника генерального штаба или какого-то генерала Мясника, это беспрецедентно, в общем-то. Это говорит о том, что не все благополучно в датском королевстве. Я не такой оптимист, как некоторые комментаторы, которые считают, что Путин срочно заболеет и его заменит какой-нибудь коллективный Путин, потому что 21 февраля, когда нам показали так называемое заседание Совета Безопасности России, и это так называемая элита, это же рабы. Это рабы. Они не способны на, ни на что, только кормиться из руки хозяина. Поэтому я не ожидаю, что там будут какие-то, не исключаю, но какие-то театральные там дворцовые перевороты. Но то, что делает украинская армия, это ключевое условие и для мира на земном шаре, и для того, чтобы авторитарные режимы на планете Земля больше не прибегали к таким методам. Чтобы завершить питання Придністров'я, як зараз Росія оновлює свій офіцерський склад у Придністров'ї? Чи є оновлення техніки? Як це відбувається? Особливо після 24 числа. Я іронічно відношусь к этому воєнному потенціалу. Ну, туди приїжджають нові російські офіцери. І у російських офіцерів появились проблеми після анексії Криму, фактично. И неоднократно были случаи, когда приезжали, прилетали из Москвы, а сейчас и полетов-то нету, да? И офицеры, которых посылали на левый берег, они не хотели там служить. И он, когда ему проверяли багаж, он демонстративно клал сверху военный билет. Его заворачивали и отправляли назад. То есть, я повторяю, это давно уже не русский форпост. Это гнойник такой вонючий, провинциальный, где люди сделали миллиарды долларов на контрабанде, где население разбежалось из тех
тысяч, сколько вы сказали, 300 тысяч, 140 тысяч пенсионеры, да. И я когда молодым рассказываю, что когда-то в Тирасполе жили 180 тысяч, им не верится. Это... А як ви бачите реалістичний шлях не військового, а мирного врегулювання? Це шеріф, Гушам, Казмали мають погодитися на... Дело в том, что их и спрашивать-то не будут. Потому что с бандитским анклавом... Не, можно, конечно, Библию применять, но если она толстая, если бить по голове. Речь не идет о месте там и так далее, хотя, конечно, есть там в интернете ролики, кто сколько заказных убийств и так далее, и так далее. Речь идет о том, что это узкая полоска земли, зажатая между Украиной и остальной территорией Республики Молдова. Речь идет о том, что этот бизнес давно интегрирован в европейский рынок и так далее. И речь идет о том, что на левом берегу нет людей, которые будут сопротивляться этому объединению, но оно должно быть проведено достаточно интеллигентно. С учетом интересов людей, которые там живут, с демонтажем фобий, который, возможно, будет это раскручиваться. Да. И, конечно, отдельно, особняком, который процесс демилитаризации этого региона. Это искусственно замороженный конфликт. Его заморозили контрабандисты и Россия. Россия терпит поражение, контрабандистам придется закрыть лавочку. Я нагадаю про те, що це безумовно цікаве відео, варто також побачити іншим. Ставте питання про Молдову у коментарях, обов'язково діліться цим відео, і, звичайно, підписуйтеся на наш канал. А я спитаю, як змінилося Молдова і її суспільство після 24 лютого? Звісно, ця відкрита агресія привела к поляризації общества. Потому что можно иметь широкий спектр мнений в условиях нормальности. Но когда война, тогда ситуация становится черно-белой. И, к сожалению, у нас в Молдове есть регионы, где, скажем так, влияние российской пропаганды дает о себе знать. И есть перевес тех, которые считают, что путинская Россия совершила акт агрессии против Украины. Но, повторяю, есть пятая колонна, которая пытается расшатать лодку, раскачать лодку. Мы видим эти все кричалки, как они исходят из одного центра, и которые озвучиваются и на митингах, и на телеграм-каналах этой пятой колонны. Но ситуация под контролем, и повторяю, мы... Желаємо побіди Україні. Це гарантія нашого виживання. Щодо українців Молдови, це насправді дуже важливе питання, про яке я теж хотів, власне, спитати. А за моїм досвідом, він, щоправда, до повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, що якраз українці Молдови, це, ну, будемо говорити неполіткоректно, найбільш ватний сегмент. Можливо, навіть більш ватний, ніж Гагаузія. Що з цим робити і як це змінюється? И так, и не так. Потому что, вернувшись к тем же социологическим опросам, в ноябре 2014 года, после аннексии Крыма, был задан вопрос, считаете ли вы, что Крым вошел в состав России легитимным путем? Тут, в Молдове. Да. И, на жаль, 74% від украинцев сказали, что так. Тобто українці Молдови вважали, що анексія Криму законна. Так. Як так взагалі могло? От чому? Як? А тому що це ошибка бувших совєтських людей ділити по національності. Наш совєтський режим ділив по національності. У нас були внутрішні паспорта і п'ята графа національність. А все определяється степенью совєтськості. І от, к сожалению, вот эта совєтськість ще сохраняється в тих бедных, не реализовавших себя сегментах общества, которые плюс еще не интегрированы с языковой точки зрения, и они оставались заложниками этой российской пропаганды. Что сейчас изменится? Вы говорите, что украинцы начинают помогать Украине? То есть украинцы Молдовы начинают понимать, что происходит, наконец?
Я сподіваюся, так. Я не бачив останніх соціологічних дослідів щодо етнічності. Так. Но я общаюсь з молодими українцями. І, звісно, не може не мінятися наші сограждані, які вважають себе українцем. Тому що з'являється молодіж, інтернет, другое видение мира. И то, что вы сказали, ватники, так это советские люди, которые уходят. Я дуже дякую всім, хто додивився майже до кінця, тому що відео було довге, але дуже цікаве. І щоб завершити, а що ви порадите Україні та українцям для того, щоб ми разом наближали зміну Молдови, зміну нашого регіону і нашу спільну перемогу? Нам усім потрібна перемога над фашистським режимом Путіна. Перемога України – це те, що дозволить нам існувати. І дозволить вам перемогти Путіна у Придністров'ї також? Та там і перемагати не треба. Ніхто не займався серйозно цією проблемою. Може, є якісь помилки у діях і влади, і суспільства? Що нам треба змінити? Діло в тому, що взаємоотношення між Україною і Республікою Молдова, вони були неоднозначні. Я не хочу ковырятися в прошлом, тому що 24 февраля все змінило. Навіть анексія Криму вже почала міняти. І, звісно, зараз нам потрібні відносини с чистого листа, решить те проблемы, которые в прошлом были, там какие-то несчастные собственности, что-то надо сделать так, чтобы сберечь Днестр, потому что и Одесса тоже, насколько я понимаю, нуждается в Днестре не меньше, чем Кишинев. И надо понимать, что мы сейчас платим за наши ошибки, к сожалению. И когда Урсула ван дер Ляйен обращалась к Европейскому парламенту, она в том числе говорит о том, что нам надо выучить уроки, что нас предупреждали поляки, прибалты, Украина, Джорджия, Молдова, что Путин не остановится. А мы их не чули. Да, но в то же время и у нас были проблемы с восприятием сути и процесса деградации путинского режима. Я 10 лет назад где-то нашел публикацию Лоуренс Брид «14 определяющих параметров фашизма». И попросил своих молодых сотрудников, говорю, я испорченный, я старый. Вот вы молодые, с таким живым взглядом, поставьте галочки, где, по вашему мнению, эти 14 параметров соответствуют ситуации в России. Они поставили 14 из 14. Так нам нужно было раньше понимать, к чему все это идет. Это совершенно очевидно, что российское государство не прошло через процесс деимпериализации, и оно тяжело больно русским фашизмом. Но эту болезнь нужно было понять, и защититься от нее, возможно, было раньше. Но будемо робити це зараз. Сподіваюсь. Будемо перемагати, ми обов'язково переможемо, і це, я впевнений, зрештою, призведе нас разом до членства у Європейському Союзі. Де буде? До миру. Ну, і, до речі, там Молдова також об'єднається з Румунією. І зникне ще і ця умовна проблема, яка зараз отруює ситуацію всередині. Не так, щоб отруює, вона штучна ця проблема. Але ви праві в тому, що коли Молдова стане, як це кажуть, українською мовою, членом Європейського Союзу, то зникне цей штучний кордон і всі спекуляції, хто ми є, якою мовою розмовляємо і так далі, і так далі. Ну, але, звичайно ж, ви розмовляєте румунською мовою. Так, це моя рідна мова. Бо тому що в Україні тут є багато хто не розуміє і вважає, що це дві різні мови. І це вже моя задача як журналіста пояснювати, що молдовська і молдовської мови не існує, що це румунська мова.
В цій ситуації я маю тільки одне бажання – вивчити обидві мови і порівняти. Ви зрозумієте, що це одна мова, і це сталінські спекуляції, тому що Сталін, він хотів це нав'язати існування молдовської, нерумунської нації, яка розмовляє молдовським, нерумунським язиком і ще й кирилічним цим. Тобто це стереотип, це наша спадщина, на жаль. Дякую за увагу, дякую за те, що ви слідкуєте за подіями у Молдові і дивіться нові відео вже невдовзі. До побачення!